Бромтон. Здравствуйте, мы в Лондоне на Бромтонском старом кладбище. Не знаю, насколько оно действующее, но оно очень старое, действительно, вокруг множество масонских крестов. Ну, в общем-то, всяких разных захоронений позапрошлого века, я думаю, что и раньше. Вы знаете, я сегодня кладу камушки со священных гор и подземелья около безымянной могилы. Здесь, ну, скажем, такой какой-то безымянный солдат, неизвестный солдат. Здесь камушки Синайской горы, из Гималаев, из Стоунхенджа, который, собственно, здесь, из Греции, из индейских пещер. Самое главное, из индейских пещер, в принципе, Сильвания. Прочее, пускай они остаются здесь. Я должен, конечно, взять что-то еще.